Максим Марчук окончил университет нефти и газа имени Губкина по специальности юриспруденция. На московский газоперерабатывающий завод пришел в 2012 году на должность юрисконсульта, но за высокие показатели меньше чем через 2 года был переведен на должность начальника юридического отдела. В мои обязанности ежедневные входят различная договорная работа с контрагентами, проверка каких-либо внутренних документов общества, должностных инструкций, всевозможных приказов, судебная работа, то есть участие в арбитражных судах всех инстанций, судов общей юрисдикции и так далее. Пока в его подчинении, правда, только один человек. Яна Чуева работает в юридическом отделе только 1,5 года. Пришла на завод сразу после окончания института. Благодаря поддержке начальника, говорит Яна, было легче войти в курс дела и освоиться на рабочем месте. Очень грамотный руководитель, всегда относится с пониманием, наставляет, помогает найти какое-то нужное, правильное решение проблемы. Всегда можно обратиться. Я очень довольна своим руководителем. За все время работы на предприятии под руководством Максима Марчука и при его непосредственном участии было выиграно более 20 судебных процессов, оформлено право собственности общества на 8 объектов недвижимости. В 2 раза снижена кадастровая стоимость основного земельного участка завода. Сложностей много. В основном они связаны с тем, что какие-то процессы по оформлению документов иногда решаются достаточно долго и тяжело. Судебные процессы тоже некоторые длятся около года. Участвуя во многих судебных арбитражных процессах, связанных с заводскими спорными всякими моментами, проявил себя как знающий, как понимающий специалист, как человек, который умеет адекватно оценить ситуацию. 99% всех дел, где он участвовал по отношению к заводу, он выигрывал. В настоящее время Максим без отрыва от производства получает 2-е высшее образование в Московском государственном университете международных отношений. Хотелось бы больше вникать в процессы финансовые, инвестиционные компании, взаимодействовать с зарубежными контрагентами нашими. Я думаю, что в этом плане у нашего предприятия перспективы самые радужные, и надеюсь, смогу реализовать новые навыки вот в этом направлении. Молодой амбициозный руководитель Максим Марчук доказывает, возраст понятие условное. Гораздо важнее психологический уровень личностного развития человека. Наталья Буслаева, Евгений Петров, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.